Приветствую вас на канале Бурмикс. Коронавирус шагает семимильными шагами по планете, в результате чего во многих городах пропала гречка с прилавков магазинов. Слава богу, это не коснулось нашего города. Я пошел и спокойно купил пачечку гречки. Друзья, всем, кто втарился гречкой на полную катушку, я предлагаю шикарный, простой и вкуснейший рецепт. Гречку с куриной грудкой. Даже если вы не боитесь коронавируса, он вам придется впору. Готовим! Бурмикс. Первым делом ставим на плиту вок и разогреваем его. А тем временем нарезаем лучок мелким кубиком. Вок разогрелся. Кладем в него сливочное масло, растапливаем. Закладываем лук и бланшируем его в течение 2 минут. А тем временем нарезаем морковку тоже мелким кубиком. Отправляем к луку и обжариваем еще 2 минуты. А сами нарезаем грудку пластами. Вот так. Отправляем к обжаренному луку и морковке и обжариваем до тех пор, пока мясо не побелеет. Теперь промываем гречку, добавляем ее в вок, солим и заливаем кипятком из расчета на 1 стакан гречки 2 стакана кипятка. Слегка перемешиваем, чтобы вся гречка была в воде, накрываем крышкой и готовим на среднем огне. Как только вода с поверхности ушла и показалась гречка, убираем огонь на минимум и готовим до тех пор, пока вся вода впитается в гречку. Вот такая рассыпчатая гречка должна у вас получиться. Теперь остается только разложить гречку по тарелкам и звать домочадцев. К такой гречке замечательно подойдут разные соленья. В моем случае это маринованный огурец и маринованные патиссоны. Гречка получается вкусная, рассыпчатая, а грудка нежная и очень приятная. Так что, друзья, рецепт рекомендую от души. Это не только вкусно, но и полезно. Ну вот, друзья, если вы не знали, что же приготовить с гречки, теперь у вас есть замечательный и вкусный рецепт. Не болейте, пожалуйста, берегите своих родных и близких. До новых вкусных рецептов! И, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. У нас еще будет очень много и много вкусненького. Пока!